стремление пол империи. Тут сильна почность тонко, хоть и индуктор вот тут сдвинут будет, хоть он даже тут будет. Ой, я натрагиваюсь, и резонанс не уходит, потому что тут почность тока. А вот тут, если нейтроны сразу уходят, потому что почность напряжения. Пойду повыше частоты, что там будет. Это, конечно, на гармониках все, потому что тут изменился звук остального писка, значит, что-то есть. Вот светодиодик заземлённый, но не горит. Пошёл выше. Там ещё, наверное, уже ничего не будет. Всё. Там до 3,8 МГц у меня может быть выше. Можно, наверное, поменять этот конденсатор, и тогда можно будет еще выжать. Вернее, пойму. Вот такой резонанс, это на гармонике. Потому что иду ниже, а частота выше. Вот. 5 почти килогерц, так 2,8. То есть где-то в 2 раза выше. Теперь будет пучность тут.
напряжение тут и тут сбился. Кучность тока, там тут кучность тока. Вот впаял там конденсатор, от которого частота зависит генератор, вместо 33 пикофарад. 5,6 пикофарад. Он даже отвалился. Получается, вообще нет никакого конденса. Ладно, пусть будет без него. Смотрим, какую максимальную частоту может выдать генератор. Вот одна клетка 0,1 микросекунда, значит, тут вот где-то 7 мегагерц, то есть 6 мегагерц мой прибор так и показывает. Поднимаю выше, он уже мегагерц. Все-таки впаял там пикофарад 5,6, теперь 5,9 мегагерц, это максимально чисто.
вот срыв. Вот повышаю частоту и срывается. Теперь понижаю и резко залипает. Но когда так сильная амплитуда вырастает, где на пределе срыва, тогда осциллографа писк меняется. И загорается светодиодик синий. Хоть и очень слабо горит. Заземление. Хоть заземление катушки не подключено. Но через индуктор оно все равно передается. Но теперь сама принижает, а теперь пошли ниже. Ну что это за гармоника? Непонятно. Вот тут опять какая-то. Вот тут сколько тут однопучности. Вторая срывается. В общем, нормально измерить нельзя. И где-то вот на полволны надо. Вот это, наверное, и есть полволны. Амплитуда как растет. Уже не могу отблизить. Потребление какое? Где-то 2 ампер. Я выключу и опять включу. Это невозможно.
поставил граф, отключил это, чтобы не спалился. Вот подключил заземление к этому концу. Теперь вот как светодиод заземления ярко горит. Это трансформатор тока, на нем на вторичке резистор 500 Ом и светодиод синий.
на чистоту замерю. 1,6 мегагерц, 1,7 близко. Кондуктор не как обычно. Внизу, а вот тут. Сбился резонанс. Опять появился. Надо немного частоту понизить, чтобы не сбивался. Оно. Или повысить. Теперь как бы он очень чувствительный генератор, потому что он настроил его там 5-6 пикофарад, это для высокой частоты предназначен. И на низких частотах он очень чувствительным становится. Не тронулся и сбился. Вот так может слабее будет раскачивать, но зато не сбиваться. Тут 48 метров можно поставить потом рядом и второй какой-то.
хоть она ложится, может, зазвенит она от той же частоты. Так у нее там 2,4 МГц или 2, если без стероида. Или 3, может, не помню. Вот, похоже, этой катушки частота теперь 1,9 МГц. Потому что возле нее ярко лампа горит. А возле этой слабо. Так это не ее резонансная частота. Вот тут 80 метров, а тут 48 метров. Частоты не так сильно отличаются. Может, это еще лампа вносит свою емкость, но все равно. Потому что тут больше труба и виток. Витку ближе, поэтому индуктивность больше. Тут индуктивность очень маленькая, потому что растянута. Если было бы тут наши витки, они ближе друг к другу, тогда бы индуктивность была бы больше. Вот когда индуктор даже чуть ли не посередине тоже так само примерно работает. То есть это с заземлением. Конец земля. 5 камер приблизила. Я передвинул индуктор, и он раньше тут был. Все равно частота не поменялась. То есть, если светодиод заземления горит, я знаю, что значит резонанс остался.
где передвинул индуктор. Заземление теперь не горит. Светодиод, значит, резонанс. Несколько ушел. Но тут провода немножко перекатушка в другое положение положил. Потому что тут уже нельзя было равновесие удержать. Уже по сути начинается электрическое поле. Там вначале магнитное. Я слышу, как начинает транзистор дымить от нагрева. Нужен вентилятор. Как обычно, возле индуктора не горит. Сорвался резонанс. Тут и возле индуктора не горит. Так обычно столько вот. Если бы такого большого зазора не было, то так, наверное, не было. Кондуктор поле блокирует.